Вообще будет. Пожалуйста. Это Петя. Честь Володи, и мы снова у Володи. Приехали, а тут себе борщ варится на костре. Вау. Як у родному селі. Тут дымоход, тут кап корабля. Дымоходик. Тут одна печка. А привезли, сейчас вечером будем испытывать новенькую другую печку. А здесь тут в чехле третья печка. Вау. Ну вот это, ребята, вы даете. Вот. А тут сестры готовят заправку до борща на бочке деревенской. Деревенской. Ну, уже когда уже все покушается, а потом заедим этим блубери, вот это, что сегодня собрали. А потом уже и музыку можно включать, вот, которая ждет. А что нам? Вот такое-то действие. Это у братухи дома нахожусь. В Ванкувере, штат Вашингтон. Все как. А тут Геша чи Кеша что-то выступает. Выступает. Чи Жорик. Жорик в Калифорнии. Уже 15, уже после блубери посмотрели 15 вью. Я все поснял. А вони краби, слышь, вони приготовили краби. До двух ночи. До двух ночи. Это контент, товарищ, вот это. До двух ночи. Вони до двух ночи, короче, ловили этих крабов. Привет передавала, или там есть родственники. Где? А не знаю, но зато просмотров 15 есть там уже. Там разные, там два есть. А не знаю кто, там я... Футбурнибу надо было сказать, что больше сделали они подписчиков. Но я сейчас позвоню Степану, что там куча знакомых, а кто во дворе себе. Как ее, березка. Сегодня тепло, капитальная погода. Капитально. Капитальная погода. Толдак ярди, Володя. Помидоры вроде посаджены, помидоры. Какая-то зелень. А здесь чеснок, я так понял. Петя, ты шестой лайк ставил. Ну что ты ставил лайк, а то... Я поставил. О, а то что с меня... Видим в Флориде мы там как отдыхали. Да. Не загорел? Всего понемножку. Не загорел? Всего понемножку, блин.
Так, короче. А что, минает это? А ну. Вау! Подготовка на подбор. Гусь или? Это курица домашняя. Ну ничего себе. Сейчас капусточку принесут потом. Тут уже терпение. Ну, красиво выглядит, смотри. Она... Так, так что будем готовиться к обеду или к ужину скоро. Так что всем всего хорошего и всех благ. До следующих передач и до следующих встреч, ребята. Будьте здоровы и будьте живы.